Нас немножко тут потрепали чуток. Мы, короче, сейчас откатываемся. Не знаю, короче, как там, что дальше будет. Смогу или не смогу позвонить. В смысле потрепали? Что случилось-то? Ну, зацепила нас малёшка. Ну, блин, ты что там, хоть как, жив, здоров? Что хоть там у тебя? Ничего, у меня руки, нога. Чего, раним? Осколки потрепали чуток. Так сильно или чего? Да нормально, терпимо. А как вас, что в этот, в госпиталь-то не отправляют? Да потому что у нас есть боевая задача держать рубеж. Они что, вообще там охуели? Мы, короче, сейчас подкололись, просто чтобы терпеть боль. И поедем сейчас снова на задачу. На какую, блядь, задачу-то? Вам надо в госпиталь всем? На какой госпиталь? Там в госпитале и так уже 1500 человек, госпиталь целый. А сегодня все распилячили. Они что, сука, там вообще все охуели, что ли? Ну вообще прут со всех сторон, нахуй, везде прорвали оборону, бля. Мы позавчера ездили за 150 километров, там стреляли, там прорвали оборону, все съебывались, блядь. Пиздец, там было жестко. Балаклеевку взяли уже все, полностью взяли. Мы не можем держать оборону. У них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали, хуй держите сами оборону, как хотите. Суки, как в этом, блядь, в Афгане, в Чечне. Страшно, пиздец. Страшно, зайка, страшно, я знаю. Но надо держать-то. Я заебался уже, погнал грузить. Все, не переживай. Все будет нормально, не раскисай. Все болит. А? Да, ты не раскисай, я такой не плачу. Все. Да нет, уже уже не сил, я не ровно уже. В кровище весь, блядь. У нас нету ни снарядов, ни оружия, нихуя, блядь. Патронов осталось, блядь, у всех по магазину, блядь. Все будет хорошо, подвезут вам, сказали же, подвезут. Да хуй знает, когда те самолеты долетят ли они до сюда еще. 4 летело, не долетело, блядь. Сбили, нахуй.